пока вот ситуация, знаете, этот NFT-токены там растут, биткоин-то, посмотрите, что происходит. Он за неделю на 13% вырос, за день на 3%. А вот вы прикиньте, как было бы круто, если бы вот сейчас вот так недельку назад его купить и сейчас продать, а? Вот это были бы, конечно, серьезные бизнес-схемы. Но надо уметь анализировать рынок и обладать хорошими знаниями. А для этого существует инвестиционная площадка Avalon. Всегда успевает купить и продать в нужное время. На этом они зарабатывают миллионы долларов. И куда они тратят эти миллионы? В первую очередь платят своим инвесторам, ведь без них это бы не получилось. За 7 лет своей деятельности компания успела обзавестись миллионом инвесторов по всему миру. Надежной и проверенной командой профессионалов на рынке ценных бумаг и крипты. Главный офис Avalon в самом центре Москвы. Каждый из них зарабатывает 1,3 к вложенной сумме ежедневно. Им не нужно анализировать рынок, курсы, графики и все это. За них это все делает Avalon. Единственная трудность быть инвестором – это выбор тарифа. А тарифы посмотреть вы можете, пройдя по ссылочке в описании, пройдя легкую регистрацию. Салют всем, с вами Мастхэд. Как я и говорил, это второй дайджест. Вот, здесь будет побольше рэпчика. Поэтому давайте сразу без лишних слов, хотя нет, можно пропиарить свой трек, у меня вышел трек, поэтому зацените, мне будет очень приятно, ссылочка будет в описании, можете на канале, в принципе, найти, вот. Начнем с трека Сими и Бушида, давай заново, let's go. Лёха и Жоз, Сими и Бушида, 22-й. Ну и интруха 20 секунд долго, конечно, пиздец. Не верю твоим слезам, ведь они пресные. Пацаны замерзли, мы ждем приход весны. Так мало людей, с кем я могу быть честным. Когда курю ты над городом зарево, когда курю молодые на поле. Слышал твой дракон хуёвый, как правило. Нига, возьми себя в руки и заново. Бля, бро, это все хуйня, давай по новой. Хотят мою жопу, они ее лишь. Меня крутят копы, и я обездвижен. Если я выгляжу крысики чист. Мой нига шмаляет по тачке из пистол. Надеюсь, мой нига попал, но в него не попали. В него не попали. На мне дизайнер прямиком с Италии. Руки пониже, я взял за талли. Черная вдова со мною на талии. Мы не только гадали, об этом мечтали мы. Вдали от дома скучали мы. Хотели бы с ключами мы. Спать на полу не хотелось, то нам приходилось. Братик, передай воды. Налили стиля на биток, попейте. Выглядим так, будто взрослые дети. Верю братве, но я не верю фейкам. Я стрельнул рэпа по автомат. Мои глаза покраснели, будто там грязь на подносе везли прямо из пута. Ну это вайб, знаете, вот трека Ауди, наверное, что-то типа того. Вот так вот вспоминается. Ну вот флешбеком первое Ауди пришло на ум. Золото на мне как будто я купала. Хотела кинуть погоду попутала. На мне патеки богатые ругала. У меня в капе четверка отпугала. Много базаришь, но выбрала другого. Сейчас уже по***, чем тогда ты думала. Не верю твоим слезам, ведь они пресные. Пацаны замерзли, мы ждем приход весны. Так мало людей, с кем я могу быть честным. Когда курю, то над городом зарево. Когда курю, молодые на поле. Слышал твой дракон хуёвый, как правило. Нига, возьми себя в руки и заново. В моей постели четверку. Умножил на двое сейчас там. Блять, ну опять же таки, знаете, это вот ну стандартный трючок. То есть я не могу сказать, что он прям выделяется. Вот он как по канонам типа сделан. В стандартном звучании для Меллонов, типа, не впечатляет, но звучит приятно. Восьмерка, да, я такая. Окей. Ну, я бы поставил что? Ну, восьмерочку я бы поставил. Вот восьмерка, ну, типа, наверное, да, достойная оценка. Потому что в целом трючок-то приятно звучит, прикольные панчики, есть чего порофлить, есть лайны интересные, типа, на ха-ха пробирает. Да и просто, ну, типа... Прикольно, но немного приелось такое звучание по ощущениям. Типа хочется чего-то нового. И вот такие треки уже не особо впечатляют. То есть, да, ты принимаешь их, типа, как данное. Ну, типа, есть и есть. Поэтому вот, ну, единственное, ну, вот плохое, что я могу про это сказать. А так, в целом, этот трючок звучит приятно. Накинули строчек, типа, и в целом трючок неплох. Но я бы, наверное, не добавил. Ну, потому что, ну, такого много уже, много. Вот такое вот ощущение у меня складывается. Не знаю, напишите свое мнение в комментариях и идем дальше. 163-й скоро дропает альбом. Если вы хотите, кстати, реакцию на альбом Tyson My Neck, то напишите в комментариях.
с кайфом бы заценил, причем на стриме я, скорее всего, заценю, и выйдет это потом реакцией на канал, вот. Дропнул дручок Шоплифтер, собрал, ну, типа, серьезные неймы на этом треке, поэтому давайте заценим. Простыл. Детройт я люблю. Ну слышу, дождься самого. У меня секса в день больше заходов, чем у эскортниц. Это у тебя поделка на руке, ебаный не ролик. Стрикило отличного, блять, в коробках Рик Оуэнс. Bro used to sell weed, now he doesn't steal commerce. Кок райдер, мои треки не воспитаны, да я гоп райдер. Что сказать? Дорогой райдер, мне на шоп ты будет улицы, это мой гост райдер. На мне штаны Versace, твоей маме я понравился, она звала на дачу. Ебаться. Видишь эту тачку, это трил пил, хочешь покоцать, йо, я дам тебе сдачу. Рэперы читают об одном и том же, я ебал их рот, их все, и даже его суку тоже. У них у всех болезнь кожи, когда правда их касается, их скилл вдруг уничтожен. Дам, дам, я надеюсь, ты знал один мой панч. Что его трек, I'm gon' fuck you up. Продал оружие за безнал. Это значит, что сегодня кто-то встретит. А, ну Ромчик, он плотно стелет, пиздец. Типа вот на Детройте он прям... Хорош. У моей девочки ведьма, мой хоуми шоплифтер. Я позвал, благо в дом забрал его товар в лифте. Они просят говорить меня чище, но я видел всю грязь, всегда пишу в таком шрифте. Я в первом классе, будто мы остались на второй год. Листаю эти стопки, пока пальцы не сотру в кровь. И только светофор имеет право мне сказать стоп. Никто рога не ставил, но Джиани стоп у дня гоу. Ты в пене, будто, когда веришь мое имя. Ведь я никак не сдохну, но играю лишь на Дима. Для нас они микробы, и мы даем их как мыло. Для них я как горилла, будто бы бэйби мило. Машина бизнес-класса и такая же квартира. Да, у Яни есть корона, но она не от ковида. Одновременно делаю пять дел, будто я Шива. И на свой девятый год могу малым отсыпать стиля. В куплетах нет воды, но мне есть вода. И я делаю шаги, слышь? Нас ведет мечта. Вложу семя в свою биатич, она расцвела. Дай меня на штык. Яникс хорош, кстати, тоже на Детройте. Че, мы стейк слышали? Да, вот этот рычок. Он, блядь, показывает еще, показывает. Капусте в моем кошельке салат. Кэш. Взял все недвижки, это где-то 40 лямов. 40. Вообще хз, начу еще слить бабок. На мне малышка, и ты знаешь, и сгорит. Большая бути, купальник ей давит. Заправил шприц, я ща пропироль, мама. Слышь, я стоял на своем, но поднялся. Шприц пропиролик. Сука мне пишет, что хочет меня трахать. Бля, пускай скажет мне это в яйцо, браза. Залетаю на квартал, весь на фишский. Суда кипит на плите, варим коктейль. Очень много снега, это метель. Раньше был дегустатором у картель. Залетаю в эту щель, как в бастриме. Сбрил ее по красоте, зови меня триммер. Не растерялся, дал защиту твоей тёлке. И вытер шляпу об ее лохофутболку. Дал полмиллиона адвокату, чтобы он выиграл дело. Ты читаешь на Детройт биты, я туда прыгнул первый. В моих руках поют докаты, лучше двигай телом. Покупаю товар ворованной картой, это было нервно. Немного паниковал, блядь, я не твоя тачка, ты ее походу арендовал. Я был очков. Бля, вот, кстати, ну, типа, 163-й и Яникс, они прям на харизме пиздец как вывозят. Типа, слушаешь Скали и Киевстонера, как-то, ну, типа, появляются вопросы в том, что веришь ты этим словам, не веришь. А вот, блядь, 163-й и Яникс, они просто ебут, блядь, микрофон, биты, блядь, они прям уничтожают. Вот ты чувствуешь их полностью, блядь. Полил по нему, походу я попал. Да хуй еще ментов в моем дворе, походу я попал. Я житель Америки, я получаю эти большие выплаты. Но у меня нет паспорта, они говорят, как ты это выполнил. Дядя начал плавать в туалете, он дохуя крека выкурил. Я украл карту моего кента, ты ее где-то выронил. У мамонта хороший бал, как будто бы он император. Не могу посчитать деньги, дайте кто-нибудь калькулятор. Я подорву твой дом, и парень, тебе будет неприятно. Подорву твой дом, и парень, тебе Дэнфу, да так бывает. Пацаки мутят, их принимают. Дэнфу, так бывает. Пацаки мутят, их принимают. Дэнфу, так бывает. Пацаки мутят, их принимают. Дэнфу, так бывает. Пацаки мутят, их принимают. Бля, ну Яник со 163-м пиздец на этом трачке что выдали. То есть, ну типа Киевстонер со Скали, они, бля, ну нормально. Ну вот, блять, вот иметь биты, знаете, вот этот мем из ТикТока, это вот к Яниксу и к 163-му, пиздец, они здесь прям жаришку дали. Типа, в целом-то оценка тречка, наверное, восьмерочка, но, блять, Яникс и 163-й, они прям на десяточку куплеты отписали, я еще люблю такой Детройт, это прям заебись было. Вот. Но общее впечатление все-таки немножко другое. Напишите свое мнение по поводу этого трека в комментариях. Что вы думаете на этот счет, и идем дальше. Вы просили реакцию на Макана, я тречок так и не слушал, типа, поэтому почему бы не сделать реакцию, я знаю, к чему это приурочено, но я не смотрел даже видос Литвина, только видел в инсте, типа, поэтому максимально первая реакция.
Что-то соединяет тусклый свет из наших окон. Каждый в поисках прекрасного далека. И мы пиздец по-своему одиноки. Мы катимся вперед по серым бетонным блокам. Вот как с Богом. Дождь в лобовой, впереди дорога сломан. Но пульс есть, если хочешь потрогай. Доблесть и честь, пацан. Жизнь подносит спичку, поджигай, пацан. Я взрываю за всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас ставил. Я взрываю за всех тех, кто на спальном. С добрым сердцем и на скале. Бля, ну кстати, если понимать смысл вместе с видео, да, типа взрываю за всех, кого нет с нами, там, за пацанов, которые гоняют, за Саида, там, типа, от Литвина, это прикольный ход. Предложить такую идею Макану. Да не, вот в плане коллаба это интересная тема. Я с вами, факел неба, за всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас ставил. Я взрываю за всех тех, кто на спальном. С добрым сердцем и на скале. Я с вами. Скорость забирает молодых. Дороги на айфоне и гонки на кольцевых. Тут пацанов увозят в летальных на живых. И время делит их на живых и неживых. Молодость на скоростях, от нее не убежишь. Молодость на ножах, но у нас тоже ножи. Район расфасовал, упаковал и разложил. Адреса это жить, тёлки и куражи. Я взрываю за всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Да не, это прикольный трючок, прикольный. Но я знаете, что жду? Как он называется? Не умеешь, не люби? Пиздец. Вот этот трек, блядь. Вот его я пиздец жду. Это. В городе дождь, и ты меняешь его на другой. У него кэш, и ты меняешь его на любовь. Пиздец, вот это я жду реально от Макана. А это, ну, типа, неплохой трючок, но я бы даже не добавил, наверное. Ну, типа, я не фанат прям вот конкретно такого музла. Мне нравится, когда поглубже все, поглубже закапано. Я взрываю за всех тех, кто на спальном. Но, типа, это все вкусовщина. Так-то трючок, типа, я понимаю, что он и многим зайдет. И вообще, вместе с задумкой к видосу Литвина там и прочая тема, типа, это круто. С добрым сердцем и на скале. Я с вами, факел в небо, за всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас ставил. Я взрываю за всех тех, кто на спальном. С добрым сердцем и на скале. Я с вами. Окей. Ну да, я бы восьмерку поставил. Восьмерку, опять же таки, типа. Я понимаю концепт этого тречка, я все понимаю, но здесь больше общее впечатление. Типа, я бы, наверное, не стал слушать этот трек. Хотя тоже, блядь, да не, наверное, нет. Ну, типа, вкусовщина, все вкусовщина. А так тречок вместе с концепцией, задумкой, как это все проработано и сделано, типа, со всеми смыслами и прочим. Ебать, хрустнул. Со всеми смыслами и прочим, типа, это крутая тема. Базара нет. А так, ну, вот, говорю, дело вкусовщины. Мне это не особо нравится. По общему впечатлению, типа, не особо вкатывает. Напишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, потому что мне будет очень приятно. Также послушайте мой новый трек. Ну, реально, ну, пожалуйста, ну, зайдите на канал. Для вас это не сложно. Это 2 минуты буквально займет. А может, вам понравится этот трючок. И я кайфану, и вы кайфанете. И это будет очень приятно. Поэтому ссылочка будет в описании. Или можете найти на канале, или также паблик. ВК, в описании будет ссылка, вот там вот Инстаграм, вот тут вот паблик, короче. Спасибо всем, кто посмотрел, с вами был Старина Мастхэт, всем удачи и всем пока.